На львином пляже всегда много львов. Это их любимое местечко. Вот целое лежбище львов. И Беляша, как всегда, в центре компании. Молодец, коммуникабельный Левушка. На завтрак он первый летит. Где какой кипиш, там наш Беляшек. Что своих белых сородичей четырех богатырей позадирать, тоже он любитель. Вот. А этот красавчик поближе к мостику. Он огромный и не против получить дополнительную порцию угощения от посетителей. Посетителей с каждым днем все больше. Все больше у львов получается презентов и гостинцев. И в виде окорочков, и в виде кусочков свинины, говядины. Прошел мимо, не стал здороваться, пошел сразу к большой компании. Лапкой отодвинул его, не захотел, чтобы бабахи на него сделал. Опа, приобнял. Да, за этим прайдом наблюдать одно удовольствие. Даже когда они просто лежат. О, грива какая кучерявая. Шапочку надень. Ой, тепло, можно дышать. Ну, вообще потеплело реально, да. Ну, все равно шапочка. Пойдем, пойдем. Ну, что-то он слышит меня. Не-не-не, я перепутал. Ну,